на канале TikTok Kids. И я сегодня пришла со своим малышом кататься на лошадках. Пойдем выберем себе лошадку, на которой будем кататься, и поедем. Я их завожу. Смотри, сколько впереди лошадей. С каретами они. А ну давай выберем, на каких лошадках поедем. Пойдем дальше, еще пройдемся. Він не буде разу в ранку. Я вже дивився, може десь відварювати. Ярослава вибирає. Пойдем дальше. Ребята, ми вже сіли в карету. Удобно сидеть? Да. А малышу? Да. Ну, поехали кататься. Вот это самая белая лошадь. Велю на лошадке. Горка впереди. Какая? А вон, смотри наверх. Наверное, перерыв. Не знаю. Сейчас будем проезжать мы под мостом. Лошадью что-то ей говорит, а она его слушает. Смотри, какая красота. Отель находится на горе. Деревянный такой красивый. А мы, наверное, сейчас заедем в лес. Послушная лошадь, да, очень послушная. Поехали! Малыш!
лампочка на горе, чтобы лыжникам было мягче падать. Ой-ой-ой, малыш падает, держи его, бери на ручки, видишь, сползает. Чтоб он не выпал. Почти приехали, осталось чуть-чуть. Очередь лошадок стоит. Что ты там засыпаешь? Подъезжаем. Смотри, две лошадки прям сразу везут. У нас одна лошадка. У нас одна, да, лошадка. Я прощаюсь. Стой, стой, Ярослава. Все, приехали. Опа! Что, пойдем погладим лошадку? Скажем ей спасибо. Скажи спасибо, лошадка. Маленькая. Все, пойдем. Спасибо.